рассада, очистка клубника и сливки очень хорошо разрастается на солнце и в полутени. Желательно, чтобы почва была плодородной. Но если такой нет, то ничего страшного. Многолетник неприхотлив. Он морозо- и засухоустойчив. Из семян очистка клубника и сливки разрастается растение до 35 см в высоту и до 70 см в ширину. Листочки каплеобразные и имеют насыщенный зеленый цвет с пурпурным отливом. Мелкие цветочки кремово-бело-розового цвета собираются в соцветия в начале августа. Цвести они продолжают до конца сентября. Рассаду очистка клубника и сливки часто используют для создания ярких ракариев и альпинариев. Очиток гибридной клубника и сливки — это травянистые высотой 20-50 см, диаметром 70 см. Цветет растение в месяце август-сентябрь. Окраска цветка малиновой. Лист растения по форме овальный. Весной листва по цвету пурпурно-красная. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.